30 января в казахстанской столице состоится знаменательный вечер бокса. В этот день будут разыгрываться золотой пояс чемпиона серии APB. Претендентов два. Это казахстанец Берик Абдрахманов, выступающий в весовой категории 60 килограммов. Боксер все предыдущие поединки завершил победой. И если теперь сможет обнаружить слабые места своего соперника, узбекского боксера Хуршида Тажибаева, станет чемпионом проекта. А также получит путевку на Олимпийские игры в Рио на ринг. Кроме Берика и Хуршида, в этот вечер выйдут и другие боксеры. Немец Артур Бриль встретится с итальянцем Доминико Валентино. Ирландец Дэвид Оливер Джойс будет боксировать против россиянина Дмитрия Полянского. Все поединки вечера APB вы сможете увидеть в эфире телеканала «Хабар».